ОМЗАП, Капотня 32. На ремонт пришел вот такой автомобиль. Grand Starex. С замятым задним крылом. Как вы можете видеть, значительное повреждение плоскости заднего крыла. Все вдавлено на несколько сантиметров. По-хорошему, при таких повреждениях крылья меняются, вырезается и вваривается новое крыло. Но автовладелец попросил сделать это. Сейчас машину отмоем, оценим повреждения, внутри разберем обшивку, посмотрим, насколько серьезно пострадали внутренние усиления. Ну все, машину на стапель и начинаем вытягивать. Весь процесс покажем, расскажем, как, что и почем. В общем-то, предварительные итоги по исправлению геометрии крыла. Как вы можете заметить, здесь уже присутствуют следы ремонта предыдущего, значительный слой шпаклевки, также повсеместная коррозия, просто сумасшедшая, что значительно усложняет вообще процесс восстановления, потому что все стыковочные швы между панелями, они прогнили, и при попытках придать правильную геометрию все швы лопаются. Да, еще неизвестно, как был этот в предыдущий раз ремонт, как выглядел, поэтому здесь мы уже шов восстановили примерно, да, потому что здесь он лопнул, и отделение было между плоскостей внутренней и внешней. Сейчас, в принципе, уже более-менее что-то похожее по плоскости. Ну, такой предварительный результат. Вообще, конечно, по-хорошему этот элемент надо менять. Врезать новое крыло, врезать новый вот этот кусочек. Но автовладелец сразу обозначил свою позицию, что средств у него впритык, поэтому сделайте так, чтобы визуально было все красиво. Мы так и сделаем. Визуально будет все четко. Место сложное, здесь стыкуются три элемента: бампер, накладка и фонарь. И вот надо их свести в одну линию, чтобы везде были четкие зазоры. И прежде чем дальше здесь продолжать ремонт, мы приобрели вот такую накладку новую, которая упирается в бампер внизу. Теперь мы точно уже сможем понимать, как должен здесь быть угол. В какой плоскости. Как вы сейчас видите, здесь следы старого ремонта, их придется сейчас удалить все и поправить здесь плоскость. Приводим капот в порядок также на этом автомобиле. Здесь заклеили, уже подготовили грунту крыло. Также в ремонте задний бампер. Ну что, ты починил Grand Starex? Да, да, да. Все готово, можно забирать? Сейчас посмотрим. Вот так вот, да?
Жекич сказал, что все починил. Не знаю. Не он красил? Не он красил? Научил ты его? Юный подаван у тебя теперь есть. Вот наше крыло. Окрашено. Отполировано. Автомобиль готов. Процесс окраски заснять не успел я. Но это не главное. Главное — результат отличный. Автовладелец 100% будет доволен. Как мы помним, было оно в ужасном состоянии. Давайте сделаем монтаж. Хоп! Вот такое оно было. Вот такое оно теперь у нас стало. На этом все. Приезжайте к нам на кузовной ремонт. ОЕМ ЗАП, Капотня 32.